Поношены все, дорогие друзья. Александр и Анастасия, встречайте мои! И всех тех, кто появляется здесь, поздравляю вас, приветствую, аплодисменты. Итак, двоюродная сестра Александра Анна. Пойди мне дружные аплодисменты. Говорит о том, что в момент начала праздника и в течение всего вечера, дорогие друзья, я предлагаю это делать так, как это действительно делают всем великим людям современности. А если быть точным, благодаря человеку, которого все здесь у нас сегодня собрали. Здравствуйте! И громкие аплодисменты именинницы! Дорогие друзья, сложно ничего не будет. Мы с вами, конечно, берем за основу слово «праздник». И вот вопрос, какая буква слова «праздник» первая? Спасибо вам за исчерпывающий ответ. То есть первая буква слова праздник, конечно же, буква П. Для кого, дорогие друзья, ваши подарки в виде комплиментов. Вопрос, какая ваша именинница на букву П? Прошу. Привлекательная. Положительная. Положительная. Правдивая. Правдивая, праздничная. Добрая. Добрая на букву П. Все, оригинально. Чтобы в самом начале сегодняшнего вечера каждый из нас подошел к нашей уважаемой имениннице и внес в себя фотоисторию сегодняшнего праздника. И вы знаете, буквально прямо пока мы с вами сидели, общались, веселились, поздравляли именинницу, для каждого из вас, дорогие друзья, максимально для каждого из вас, мы постарались приготовить вот такой добрый, приятный подарок. А если вы точно, вот такой фотомагнит, который сегодня каждому из вас, дорогие друзья, на памяти сегодняшней вещи мы от всей души и вручаем. Как бы сказал Егорович в студию, да? Его величество, красавец, вкуснейший. Юбилейный торт, по нашему резвету, встречайте, дорогие друзья!